Половину из 3000 предложений горожан обработали сегодня, чтобы определить 3 объекта благоустройства в Магадане. Их выбирали в течение месяца из 30 территорий. Любой желающий мог оставить свой голос. На первое место вышел проспект Карла Маркса, дом 63, это Северное сияние территории. На второе место монумент-мемориал Маска скорби. На третье место это сквер имени Болдырева. Одну из этих 3 территорий благоустроят летом. 18 марта горожане сделают окончательный выбор, ознакомившись с эскизами. В таком же формате магаданцы помогут определиться с вариантами проектов благоустройства на всероссийский конкурс. Сегодня он стартовал для малых городов. Призовой фонд – 5 миллиардов рублей. Магадан может получить 100 миллионов. Времени на подготовку мало. До 1 апреля нам нужно сформировать полностью пакет документов. Но помимо этого еще провести общественное обсуждение тех территорий, которые люди сочтут достойными выдвигаться на этот конкурс. Специалисты уверены, что у Магадана есть все шансы выиграть в конкурсе. Жюри отдаст предпочтение городам с богатым историческим прошлым.